Приветствую вас. Знаете, прочитал я ваш текст. Что могу сказать? Ну, во-первых, давайте сначала ответим на вопрос на ваш. Мазохист ли вы? Нет, я не думаю, что вы мазохист. Я думаю, что вы созависимый партнер. Созависимый партнер – это не всегда мазохист. Созависимый партнер – это часто просто, так сказать, не самодостаточный человек, у которого есть свои определенные трудности, проблемы, противоречия, потому что, ну вот, например, если мы возьмем, да, что вот вы пишете, вы не поддерживали общение в течение 2 лет, да, 2 года, 2 года. За эти 2 года, что интересно, вы новых отношений не строили. То есть новые отношения вам не выстраивались. Вы не были свободны, когда мужчина к вам, ну вот, как это сказать, когда мужчина к вам пришел, когда мужчина к вам вас нашел, вы не были с кем-то в отношениях. Понимаете? Какая штука. И что это? Вы ждали человека? Или у вас есть сложности с построением вот этих самых отношений? Непонятно. Но правда здесь в том, что по какой-то причине вы 2 года были одна. Нет, вы не то чтобы прям не должны были быть одной, но 2 года срок большой, а вы, получается, по сути, как бы, новых отношений не выстраивали. Только вот, видимо, ждали его. Это первое. То есть у этого есть субъективные причины. Вот. Следующий момент. Ностальгия, пишите вы. Ностальгия – это некое желание такое. Вернуться в прошлое. То есть, если у человека имеет место быть ностальгия, то, скорее всего, такой человек не очень полной жизнью живет в настоящем. То есть ему, такому человеку, интереснее в прошлом находиться, интереснее жить прошлыми эмоциями, прошлыми чувствами. Вот. Нежели чем вот будущее. Кроме того, ностальгия свидетельствует о том, что человеком, то есть вами, не были прожиты определенные чувства. Вот.
не были прожиты до конца определенные переживания. И крайне важно понять, какие это переживания, с чем они, эти переживания, связаны. Вот это то, что у вас вызывает ностальгию. Следующий момент. Хотелось бы услышать совет о том, как лечить себя ощущение, что он только я сказал. Решительно и без жалости покончить раз и навсегда с этими отношениями. Ну, понимаете, здесь какой момент важный момент заключается в том, что вам не с отношениями как таковыми нужно заканчивать, а вам нужно смотреть, что человек для вас значит, какое значение для вас он имеет, человек, я имею в виду, да? Вот. И, соответственно, уже в этом направлении, в направлении того, какое значение для вас человек имеет, вот в этом направлении уже можно двигаться. Будет. Куда-то дальше. Понимаете? О чем идет речь? То есть вы здесь, к сожалению, делаете такую ошибку в плане того, что реагируете именно на отношения. Именно на отношения. То есть не на самого человека, а на отношения. Но ведь отношений как таковых нет. Есть, есть люди, есть то, как вы воспринимаете людей. Вот. В данном случае мужчину. И все. Так что здесь вот у вас, когда вы говорите про про непосредственно отношения, вот это, конечно, вызывает вопрос по того, что а что для вас вот, что для вас эти самые отношения вообще значат. То есть я, я имею в виду, что они для вас значат. Что они вам дают. Вот. Я имею в виду отношения, что вам дают. Вот. Это чрезвычайно важный момент. Следующее. На что я хотел бы обратить ваше внимание. Это инфантильность мужчин. Э,
тот факт, что человек инфантилен, конечно, в какой-то степени говорит и про вас. И говорит про вас в какой-то степени, но в не самом лучшем ключе, потому что вы выбираете такому человеку, человека, который является инфантильным. И было бы весьма и весьма неплохо понять, а почему вы выбираете этого человека? Чем он вас привлекает? Что вам, может быть, нравится в нем? А может быть, вы что-то получаете от него. От человека я имею в виду. А? То есть этот момент очень важно раскрыть. Дальше. Стоит ли обратиться к специалисту с целью исправить свою неуверенность в себе? Да, стоит, но неуверенность в себе в чем? Я не очень понял, в чем неуверенность в себе. Чего вы боитесь? Итак, давайте разберем ваш текст. Здравствуйте, пожалуйста, помогите советам. Ну, психологи не дают советов, поэтому вы здесь немножко не по адресу. Нам с моим молодым человеком по 29 лет имеет ли какое-то отношение возраст. Наши отношения начинаются и завершаются снова уже несколько раз в течение 6 лет. Это говорит о созависимости, когда отношения, значит, как-то вот, ну, начинается и заканчивается несколько раз, это говорит о созависимости. К моему большому, к моему большому сожалению, это говорит о созависимости. То есть ну, в какой-то степени вы созависимы. И это, конечно, неприятно, это проблема, вот, но вам это для чего-то нужно. То есть, парадоксально, но факт, что вы получаете что-то для себя в этой ситуации. Вы для себя в этой ситуации что-то получаете. Вы для себя в этой ситуации что-то имеете. Вот. И наша задача с вами, если, конечно, мы хотим во всем разобраться, наша задача с вами понять, что именно вы получаете. Вот. Чтобы вы ну, были, так сказать, во всеоружии. Вот. Чтобы вы понимали, может быть, в какой-то степени лучше себя. Чтобы вы понимали, в какой-то степени лучше свои чувства, чтобы вы понимали, в какой-то степени
свои эмоции. Вот. Но опять же, конечно, все это только лишь при том условии, если вы этого хотите, если вам это нужно. Вот. Я могу пока предположить, что вы не в последнюю очередь проблема связана с тем, вот, ну, одна из ключевых проблем связана с тем, что вы, ну, может быть, не конкретно вы, но кто-то из вас боится близости, боится сближения, вот, боится ну, может быть, отношений. То есть боится ответственности за эти отношения. Такое тоже может быть, к сожалению, большому. Это нужно учитывать, это нужно учитывать. После последнего расстояния мы не поддерживали общение в течение 2 лет. Но 2 года назад он неожиданно пришел с извинениями, я просто недопонимание решил возобновить отношения с приводом в их более серьезное русло. Здесь я уже сказал, что задать вопрос то, что вы, по сути дела, 2 года, получается, его ждали, как будто бы, то как, ну, ну, как минимум, это странно, что вы ждали его 2 года, получается. Вот. А почему вы ждали его 2 года? Зачем вы ждали его 2 года? Чего вы ждали 2 года? Это вопрос большой, на мой взгляд. Потому что вы надеялись на отношения с ним, или вы надеялись там, может быть, на что-то, ну, на что-то еще, да. То есть вот это то, на что вам нужно обратить свое внимание, это важно. Что для вас значит серьезные отношения? Тоже очень важная история, тоже очень важный момент. Что для вас значит именно серьезные отношения? Вы хотите серьезных отношений, но если да, то для чего? Почему вы их хотите? В чем вы нуждаетесь опять? Это тоже очень важный момент. У него появилась квартира, получил наследство, положительно начал жить вместе, затем сыграть свадьбу. Я согласился не брать, но он убедил меня, что готов подождать, пока я не начну снова ему доверял. А почему вы согласились не брать, не сразу? То есть у вас, ну, у вас были какие-то подозрения, вот, или что? По какой, вот, ну, по какой причине вы не сразу согласились на то, чтобы жить с молодым человеком вместе? У вас были основания в нем сомневаться и так далее.
Вот вы говорите, что он пришел с извинениями, да, просто недопонимание. Хорошо. Но ведь и с вашей стороны тоже. Определенное недопонимание, да, скорее всего, было. И с вашей стороны какие-то действия тоже были. Так почему же вы только его прощение принимает, а свой вклад вы отвергаете. Так это, по крайней мере, выглядит. Я могу, конечно, ошибаться, но это выглядит так. Следующий важный момент заключается в том, что просто так простые извинения ничего не дадут, потому что необходимы решения. Именно конкретные, определенные решения, которые учитывали бы интересы всех. Ну, в том числе и вот интересы молодого человека, чтобы не было такого, что человек какие-то действия совершает, вот, и потом ему за это приходится извиняться. Мне кажется, это не совсем справедливо. Что касается прощений, ну вот извинений, классических извинений, да, то от классических извинений надо сказать, что очень мало толку, потому как человек извиняется, но свое поведение никак не меняет. И я вам могу сказать по секрету, что и не изменит. Не только потому, что он не может, он, может быть, и хотел бы, но он не может, потому что есть определенные желания у него. И именно потому что есть у человека определенные желания, не имеет смысла просить прощения. Имел бы смысл разбираться с тем, чего хочет человек. Да. Имел бы смысл. Но вот прощения просить нет. Потому что по факту это просто такой вот в определенной степени это рыкотное такое вот чувство, да? Чувство вины. Чувство вины. Это рыкотное чувство. Вот.
И оно, это чувство, да, ничего хорошего дать не может. Уж точно оно не может дать какой-то вот такой удовлетворенности, что ли. А именно из-за нее, то есть из-за неудовлетворенности. Человек и совершает какие-то действия, какие-то свои поступки. Понимаете, какая штука? Поэтому то, что мужчина просил у вас прощения, ну, вообще говоря, как вот, мертвому припарке. Здесь. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду данный момент. Понимаете, да, о чем идет речь? Следующее. Следующее, на что я хочу обратить значит, ваше внимание. Следующее. Так, значит, я согласилась, он не сразу убедил меня, квартира была старенькая, все 2 года время занимал примерно, живя у своих родителей медленно, потому что не имеет образования, стабильной работы, пребывал случайными заработками. Как вы к этому относитесь, принимаете ли вы это? Я начала работать сразу после окончания вуза и живу отдельно от родителей. И что? Да? То есть, как бы, ну и что? К чему вы это написали? Что вы живете там отдельно от родителей и так далее. То есть у меня почему-то есть ощущение здесь, что вы сравниваете себя с ним. Вот, если это так, то это далеко не лучшая история. Вот. Потому что ничего хорошего не будет из того, что, ну, если вы будете сравнивать человека то с собой и мириться, кто там, ну, кто большего достиг, да, кто меньшего, вот. То тут, мне кажется, вы как, ну, какое-то сравнение уходите. Вот, это не то, что приведет вас к чему-то хорошему. Вот. Дальше. Его родители рады и друзья были, что мы восстановили отношения. Мои родители не сразу, но тоже постарались его принять. Насколько вам важно мнение вот других людей, насколько вам важно мнение своих родителей, например? Потому что есть вот у меня такое ощущение, что мнение родителей вам, ну, весьма важно. Я рад ошибаться, был бы, честно говоря. Но вот есть у меня такое чувство, что мнение родителей вам очень важно. Может быть, родителей, может быть, друзей. Да, то есть вот тут как-то вот все в этом направлении. Просто вот какое значение для вас это все имеет? Если имеет, старайтесь это выделить
для себя. Это важно. Крайне важно. Дальше. Дальше идем. Так, значит, мы много гуляли, каждый день общались по телефону, виделись не очень часто, где-то один или два раза в неделю, чаще всего по выходным, было несколько конфликтов, после которых он старался мириться. Почему в конфликтах, в которых участвовали и вы тоже, да? Почему в этих конфликтах мирится он, а не вы? Это опять же, здесь вопрос, да? Как вы относитесь к конфликтам? Как вы относитесь к своей ответственности? Да, конфликт. Как вы это воспринимаете? Потому что лично у меня появилось такое ощущение, такое чувство, что свою личную ответственность за конфликт вы в полной мере не берете. Из-за чего конфликты? И как вы на это реагировали, на конфликт? Так, значит, однажды он приходил с изменениями к моим родителям и все снова наладил. Ну а какие решения, опять же, принимались по итогу конфликта? Оно не сразу, так как после ссоры он часто дошел дистанцию в течение нескольких дней, не поддерживая общения, как он объяснял, ему нужно было справиться с гневом. Ну, справиться с гневом, это, конечно, очень хорошо, но опять же, это проблема. Знаете, то, что человек справляется с гневом, ну, проблемы не решает. То есть, как бы, ну, тут, наверное, к вам. Ну, к вам больше вопрос. Как вы сами относитесь к тому, что ваш мужчина пытается справиться с гневом? И не один раз. И давалось ему это, ну, я так понимаю, нелегко, нелегко, а? То есть вот вопрос здесь в том, да, как вы вот это все воспринимаете, как вы воспринимаете то, что человек вот пытается, ну, пытается справиться с гневом, вот. Это важно, на мой взгляд. Потому что это показывает вот в какой-то степени, ну, ваше отношение к нему. Вот. Не обязательно, совершенно не обязательно, совершенно не обязательно, что это отношение плохое. Вот. Совершенно не обязательно. Но показывает. И также свою ответственность в этом также вы демонстрируете. Так, значит, кажется, квартира обзавелась, так, значит, шло время, и изначально желание жить вместе так и не реализовалось. Что вы для этого делали?
для того, чтобы жить вместе в квартире, обзавелась небольшим ремонтом, но поставала без мебели. Он и хотел найти стабильную работу, но все так же подрабатывал и очень мало получал. Хотел для чего? Его лучший друг, его мама и мой папа предлагали устроиться на работу по их знакомствам, но он отказывался. Вот, знаете, такое ощущение, да, у меня лично возникает, что все пытаются о человеке заботиться. Все заботятся о мужчине. Нет, я не считаю, что это прям, знаете, плохо, вот, но такое ощущение, что человеку просто не дают сделать, не дают жить своей жизнью, все пытаются его переделать, поменять. Это напрягает. И самое главное, что вы вот выступаете таким единым фронтом вместе с его друзьями и окружением. То есть молодой человек окружает себя теми людьми, которые хотели бы брать за него ответственность за свою жизнь и что-то менять. Вот это, конечно, тоже весьма красноречиво говорит о том, какой позиции вы придерживаетесь в отношениях. А он отказывался, почему? Я периодически поднимала тему возможного получения образования, это мне начало доходить, что ему нравится ситуация с подработками и небольшим заработком, а больше ему в данный момент не нужно. А для чего вы с образованием к нему подходили по вопросу? Проблемы начались пару месяцев назад. Мы поругались на почве того, что ему не понравилось мое поведение в гостях у его друзей. И далее выяснилось, что ему не нравится, что я полгода раскупил машину на свои деньги, а ему в целом не нравятся автомобили. Я часто езжу в другие города, неважно по работе или по собственному желанию. И ему это тоже не нравится. Здесь классическая история о том, когда мужчина, я, по крайней мере, так полагаю, ревнует. Мужчина ревнует вас, он ревнует, потому что чувствует себя неуспешным, вот. Как мне кажется, это происходит в том числе, потому что ему так вот это все демонстрируется и преподносится именно окружением. Вот, то есть, если бы окружением бы это не преподносилось, так, ну, может быть, ситуация была бы и гораздо более такой хороший, гораздо более комфортный, гораздо более демократичный для него. А так, конечно, есть проблематика. И проблематика, ну, такая достаточно серьезная. Проблематика именно вот принятия себя, да, и принятия своего положение своей позиции. Вот. То есть мне кажется, тут вот такой момент крайне важен для выявления, для выделения, для понимания. Так, следующее. После этой ссоры я уехала в растрепанных чувствах. А, опять же, почему вы называете это ссоры? Я не очень понимаю, что здесь, что вы здесь считаете ссоры. Так ли необходимо ссориться? Какой ваш вклад в
со. Именно вас. Потому что я так понимаю, что вы тоже ссоры принимали часто. Вот. Это все, опять же, нужно, на мой взгляд, пояснить. Это все нужно, на мой взгляд, выяснить. Вот. Потому что момент важный достаточно. И полнота информации крайне важна. Дальше идем. Так, я уехал на встрепанных чувствах, значит, в командировку, а по приезду он встретил меня на вокзале и снова помирился. Примирился недолго, но опять же, здесь вы говорите о перемирии, но, извините, вот несколько странно говорить о перемирии, когда нет никаких основополагающих решений. То есть просто извиниться за то, что, ну, за свои действия, просто извиниться. Я сказал, это ничего не решает, ничего не дает. Вот. То есть нужно что-то еще. Вот. У вас этого еще чего-то, ну, соответственно, нет. Так что ваше отношение к примирению очень важно тоже выделить. Далее. Два дня назад мы встретились и выяснилось, что она меня обманывала в одном крупном деле в течение определенного времени, о чем я узнал случайно, позже он в этом признался сам, о чем идет речь и как узнала. Но это свидетельствует о том, что мужчина может испытывать чувство стыда. То есть это вот, в первую очередь, это именно что чувство стыда. Это стыд. Потому что, ну, он пытается вот скрыть мужчину свои, значит, какие-то вот действия, да, от вас. Это просто стыд, мы тут говорим про стыд. Вот, мужчина стыдится мужчина себя. Ну, вероятно. Вот, вопрос, конечно, заключается в том, как он пришел к этому, к чувству стыда. Дальше. Так, это было неизменно, для меня это было важно, и он это знал, о чем речь. Момент ссоры снова поднялась тема моей машины. Но опять же, видите, вы говорите момент ссоры, но не говорите, кто с кем ссорился. Конкретно. Потому что ссорах принимает участие оба партнера. И если в ссоре принимали участие вы, то, ну, тоже, то крайне важно понять именно ваше участие в ссоре. Именно вот как вы принимали в этом участие. Именно ваша грубо говоря, вклад в
конфликт. Вот. Здесь я бы порекомендовал бы вам еще психологическую игру. Скандал вот поисследовать. Потому что то, что вы делаете, очень похоже на эту игру. Вот люди играют подобно, когда боятся близости, то есть когда есть страх близости. Вот. Это проблема личных границ. Так, после последней истории я должна была избавиться от нее, а не ездить в какую командировку, а остаться с ним, по мнению моего молодого человека. То есть он с вами сдерживался, получается. В истории начало проявляться все, что он сдерживал. В последнее время он часто не в настроении для меня, что часто придирается ко мне. Не очень понятно, в каком-то контексте. Он признался, что наши отношения к себе не приведут, он не хочет жить в квартире, которая делает только ремонт. В общем, получается, мужчина капитулирует перед вами. Вот, ну, здесь, опять же, ответственность обоюдная, потому что вы оба выстраивать отношения. Но я думаю, что человек просто не чувствовал от вас поддержки в полной мере, которая ему нужна была. Вот. Я вас не обвиняю. Просто говорю, что ну, что капитуляция выглядит следствием вот именно таких аспектов, следствие именно вот того, что я не могу один, да, мне тяжело, у меня ощущение, что я там тащу все один, вот я ухожу. Все. Ага, дальше. Он предложил закончить отношения, на что я ответил, никогда его не держал, он сам будет. Ну, неправда, вы пытаетесь его переделать, изменить, а это есть удержание. Когда я развернулась, то бытие начал меня преследовать, но я зашел за мной до самого дома. Субарно стал у меня покой, я сказал, что не готов к разговору об окончании отношений. Не очень понятно, как его может успокоить то, что вы не готовы к разговору об окончании отношений, если он сам предложил вам эти отношения закончить. Я вот, честно говоря, вашу позицию здесь не совсем понимаю. То есть он хочет отношения завершить с ну вот с вами, а вы его успокаиваете тем, что говорите, что не готовы пока об этом это обсуждать. Ну, это немножко там противоречит. Так, значит, мне захлестнули негативные эмоции, какие мы договорились отложить разговор, я устал. Через какой-то время он уехал, куда? Непонятно. Мам, я понимаю, насколько абсурдная ситуация сложилась, этих отношений к самому началу.
что этот человек мне не подходит, потратил много лет моей жизни, мотая нервы. Нет, это сделали вы, это ваша ответственность, и ради чего? То есть вы здесь перекладываете ответственность на него. С другой стороны, меня разрывает эмоции, это не долги, потому что долги я говорил. Ну и, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Удачи вам, всего самого доброго.